Обходить все 12 тысяч квадратных метров строящейся школы смысла нет. Видно, что на объекте в ЖК «Южная Битца» работа кипит. В настоящий момент здесь задействованы 12 единиц техники и трудится более 180 человек. Председателю Московской областной думы Игорю Брынцалову о ходе строительства и планах на его окончание рассказывают представители застройщика и глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Со всей инфраструктурой, со всем оборудованием представляется к 1 сентября. Коллеги будут здесь встречать детей. Сомнений нету? Нет, сомнений нет, Игорь Ильич. Не случайно первым пунктом рабочей поездки в Ленинский округ председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова стала именно эта школа на 1550 мест. Объект возводится по госпрограмме в рамках президентского проекта «Образование». Всего же в ближайших планах руководства муниципалитета открыть 7 новых учебных заведений. На сегодняшний день, Игорь Ильич, у нас по госпрограммам строится целых 3 школы. Значит, вот это на 1550, на 1100 в Ермолино и на 1350 в Развилке. Соответственно, вот эту школу мы к сентябрю идем. Значит, и еще 2 школы начала 2025 года, плюс еще 4 школы по внебюджету. Сейчас готовность здания составляет 60%. Внешняя облицовка почти закончена, прокладываются внутренние инженерные коммуникации, начинается отделка помещений. В ЖК «Новая Битца» проживает порядка 10 тысяч человек, и эта школа станет прекрасным подарком детям и их родителям на 1 сентября. Область лидер в этом направлении. Больше всего объектов образования мы строим. Родителям будет очень радостно видеть, что их дети учатся уже в современных комфортных условиях. Вторым пунктом рабочей поездки Игоря Брынцалова стала поликлиника, которая возводится вблизи деревни Сапронова в рамках национального проекта здравоохранения. Стоимость работ более 3 миллиардов рублей, из них больше половины – средства подмосковного бюджета. Строительство идет с опережением всех сроков предполагаемых. И хочу отметить нашу достаточно тесную работу с застройщиком. Мы на всех этапах и проектирования, значит, этой поликлиники с ними все согласовывали. Безусловно, мы ее составляли по всем стандартам, необходимым по СанПинам последнего времени. В настоящий момент почти завершены монолитные работы, возводятся внутренние стены и перегородки, идет прокладка инженерных сетей. Степень готовности семиэтажного здания почти 20%. Игорь Брынцалов отметил высокую динамику строительства и пообещал еще раз посетить объект. В следующий раз, когда будет финишная прямая, оценим вместе с вами. И самое главное, проинформировать жителей. Программа успешно реализуется, уже не первый год. Это жители видят, замечают. Мы все время требует дальнейших результатов. Не стоим на месте, достигнув одного, движемся к следующему. Многопрофильное медучреждение на 750 посещений в смену должны открыть в следующем году. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.